Меня зовут Никита Номерс, я нижегородский уличный художник. Приехал сейчас с такой основной миссией. У меня показ документального фильма, который называется «В открытую». Это такое большое исследование про стрит-арт, про граффити в России. Вот, собственно, приехал на фестиваль Акашино. Параллельно еще делаю работу уличную, рядом с которой стою вот в процессе. Очень рад здесь оказаться, и классное мероприятие. Здорово, что все компактно рядом, и можно отходить от своих объектов, посмотреть, кто что еще рисует, и общаться, пересекаться. Такого формата редко бывают мероприятия, потому что обычно народ собирается и какую-то большую стену делит, там что-то объединяют, делают какую-то общую композицию. А такого формата стали недавно проходить. Вот недавно у нас в Красноярске, ну как недавно, в прошлом году Юрий Аверин проводил похожий фестиваль. Тоже выбрал несколько стен, выбрал художников, и они каждый на своей стене работали, получились такие маленькие муралы. Это хорошая тенденция, что народ подписывается организовывать такие масштабные мероприятия, и что даже администрация идет навстречу, не просто говорят: знаете, мы вам тут ничего не разрешим, потому что вы вандалы. Они просто смотрят, что мы хотим сделать. Иногда, конечно, споры возникают, что им не нравится, им кажется, это страшно, и как-то народ будет против. Но мне кажется, и если бы народ всегда решал, что художнику рисовать, то ничего бы гениального никогда бы не увидели. Ну, я участвую как дизайнер, в первую очередь, как дизайнер. Сделал там баннеры за одну ночь. Вот эти вот штуки не я сделал, но сделали по моему эскизу. И вот рисую холст. В целом о фестивале он крутой.